субкультура, посвященная криптовалютам, появилась на южном берегу Темзы, на смотровой площадке Лондона. CryptoConnection – так называется скульптура, которую по заказу криптобиржи и провайдера криптовалютных кошельков Aidu изготовил итальянский художник Федерико Клапис. Трехметровая бронзовая статуя предлагает зрителям задуматься о будущем глобальной финансовой системы и влиянии блокчейна на будущие поколения. На официальной странице автора в Twitter размещено описание скульптуры. Автор предлагает посмотреть по другим углом на хайп, окружающий криптовалюты. Футуристическая тема и классическая форма отражают двойственность криптовалютной природы. Недолговечный, казалось бы, тренд приспосабливается к жизни.